Я опять в пути. Зовут меня Роман Шкловский, и я снимаю телевизионную передачу о путешествиях с нахлыстовой удочкой. Причем в одиночку. Сам себе режиссер, оператор и главное действующее лицо. А сегодня я в который уже раз решил посетить мою любимую речку Хопер. Начну я свой путь вот с этих небольших, но очень живописных озер, вернее старец, ведь когда-то здесь находилось основное русло. Но еще до начала своего путешествия я попал на отдаленный лесной кордон. Мне, в общем-то, городскому жителю, немного необычно было узнать, что со всем этим хозяйством справляется семья, состоящая всего лишь из двух человек. Несколько лет назад пришлось здесь поселиться, потому что у меня не было своего жилья. Ну, можно сказать, по необходимости. Ну, по истечении нескольких лет я понял, что тут мне нравится. Здесь спокойно, воздух чистый, жизнь размеренная. Ежедневно хожу, наблюдаю за лесом, за животными. Встречаю животных практически каждый день. Лиса приходила недавно ко мне на кордон. И в результате погибло 3 куицы. Ну, это бывает. Бывает ежегодно, значит, и мне приходится нести убытки от животных тоже. За всю историю русской охоты лисица всегда считалась красным зверем. К сожалению, сейчас спрос на ее мех резко упал. Поэтому добыча этого зверя проводится крайне редко. Вследствие дератизации или, другими словами, уничтожения грызунов в полях, как основного вида питания красной лисицы, этот зверь пришел в населенные пункты. И опасность заноса таких инфекционных заболеваний, как бешенство и лептоспироз, стала ощутимой опасностью для населения. Поэтому население часто обращается с просьбой оградить от нашествия этих животных. К сожалению, органы Госохотнадзора не имеют такой возможности резко снизить численность этих животных. И мы идем навстречу населению, поэтому мы разработали вот несколько видов таких ловушек, которые граждане могут использовать на своих приусадебных участках. Эта ловушка представляет из себя вот такой каркас двойной с внутренним контейнером для приманки и с внешним кольцом, куда зверь заходит для того, чтобы получить доступ к этой приманке. Мы помещаем в контейнер вот это во внутреннее кольцо приманку, закрываем дверцы сверху и фиксируем ее проволочкой, потому что лиса – это такой хитрый зверь, что она может запросто сюда залезть, вытащить ее, ну и, в общем-то, съесть. Дверца должна быть всегда открыта, потому что, как говорится, для лисы welcome. Она, проходя по кругу, будет своим корпусом постоянно ее закрывать. Дверца будет всегда открываться, готовая для приема второй лисы. В общем, ловушка готова, насторожена, и ждем прихода зверя. Добро пожаловать! Итак, друзья, уже поздняя осень, а я все никак не угомонюсь. И вот сегодня собрался опять в небольшое, правда, путешествие, но тем не менее в путешествие. Хочу немного порыбачить, поймать все-таки рыбу какую-никакую, может быть, окунь, может быть, щучка. На голавля не надеюсь, но тоже хочу попробовать. Поэтому сейчас я переодеваюсь, накачиваю свою лодку. В данном случае я взял байдарку с собой,
не стал заморачиваться с надувным парусным катамараном, потому что и так день не очень длинный. И буду отправляться в путь. Ну, переодеться, конечно, надо. Кстати, об одежде. Вот я раньше работал геологом, и у нас основная полевая одежда была телогрейка, фуфайка, не знаю, как это назвать. Ну, куртка такая ватная, которая, бывало, очень здорово тлела, если попадет искорка из костра. А сейчас новые материалы. Ну и, естественно, рыболовная нахлыстовая экипировка. Это отдельный разговор. Облачился, хоть тебе дождь, хоть ветер, ничто не продувает, нигде не мокнет. Ну ладно, это я отвлекся, пора собираться, солнце уже высоко. Вот и вся байдарочка. Камеру надо переставить. Вот эту я с собой возьму. Угу. Зачем я ее вообще взял? Хочу сказать пару слов. А слова простые. Вот байдарка надувается на самом деле очень быстро. Я не знаю, тут два баллона, 5 минут. Но как долго тянется это время, когда ты в предвкушении того, что уже хочется на воду, хочется уже первый заброс сделать, а приходится качать. И кажется, что этот процесс занимает не 5 минут, а 55. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Для этого я принес сюда эту камеру. Надо продолжать качать. Байдарка собрана, осталось собрать удочку. Мою любимую нахлыстовую удочку. Не знаю, в такое время года поймаю я что-нибудь нахлыстом или нет, но пытаться буду. Это я специально для камеры. На самом деле здесь есть метки, и совмещать кольца, прицеливаясь, как из ружья, абсолютно не надо. По меткам просто стык сделал, и все. Но выглядит эффектно, когда вот так, да, обычно рыболовы собирают спиннинг или какую-нибудь удочку, и вот так проверяют. Круто! Ну, знаете, наверняка, но на всякий случай, как в кольца продевать шнур? Желательно вот так сложить пополам, там, допустим, в месте крепления подлеска и шнура. И вот так продевать. Зачем? Затем, что если где-то руки дрогнули, пальцы не удержали, и вот так, во-первых, тяжелее и выпасть будет из колечка, а во-вторых, если она и выпадет, то зацепится еще в другом месте. А если просто за самый кончик вдевать через все кольца, то когда он из последнего колечка из тюльпана выпадет у вас из рук, до самой катушки, и придется все заново. Ну, это никакой не секрет, конечно, все об этом знают. Но на всякий случай, а вдруг кто не знает. Осталось привязать мушку. И вот здесь, как всегда, проблема выбора. Что привязать? Какая тут рыба вообще может сейчас клевать? Окунь или, может быть, какая-нибудь красноперка? Попробую что-то среднее, чтобы и для окуня пригодилось, и для красноперки. Вот такого вот редтага маленького. Вот, видно? Сейчас я поближе по камеру настрою. Ну-ка, наводись на резкость. Вот. Вот теперь вам видно, я думаю.
Вот это я и привяжу. Ну, а дальше посмотрим. А еще, друзья, я взял с собой небольшой спиннинг для наиболее быстрой проверки водоема на предмет наличия щуки. Вот как мудренно сказал. Положу с собой в лодку и изредка буду проверять. Вдруг все-таки осень, это щучье время, хотя осень уже совсем поздняя, но пробовать надо. Не попробуешь, не узнаешь, правда? В общем, я готов, но прежде чем отправиться в путь и на рыбалку. Вот у меня на самом деле две страсти – рыбалка и фотография. И вот здесь такой красивый пейзаж, что я еще на немного задержусь и попробую сделать хороший снимок. Какое небо синее-синее, и на фоне веток деревьев без листвы очень красиво подсвечены солнцем эти ветви деревьев. Мне кажется, очень красиво. Ну вот теперь, кажется, готов. В путь! Первые забросы результата не дали никакого. Тишь да гладь. Красиво, конечно, спокойно, но рыбка никак себя не проявляет. Попробую я сейчас стримерок все-таки, наверное, привязать. Буду ориентироваться на хищного и вездесущего, как говорят, окуня. Вот такой симпатичный стримерок я привязал. Ну, симпатичный, на мой взгляд, но думаю, и на рыбе тоже. Эксперименты со стримером закончились ничем. Я думаю, пора изменить точку ловли и перебраться в другое место. Thank you.
А вот это место я хочу проверить на щуку. Мелковато, конечно. Но вдруг... Трава. Трава. Солнышко, так летом почти. Наверное, последние деньки такие перед зимой. Ночью уже заморозки. Сегодня вечером надо будет развести, наверное, большой костер, чтобы не замерзнуть. Что? И быстрая проводка, медленная, пока не приносит никакого результата. Мое терпение кончилось. Природа и погода сегодня, конечно, великолепные, но рыбу тоже хочется поймать. Тем более, что еще ни разу в этих местах я не оставался без улова. Поэтому я, в конце концов, решил оставить озера и направил свою байдарку в сторону основного русла Хопра. Вот уже виден выход на русло реки. Так что по всем этим озерам я проехал, по старицам, по берегам, и спиннингом, и нахлыстом, и приманки менял. Рыбу поймать не получилось. Ну, выйду на русло реки, может быть, там повезет. Вот он и Хопер. Не знаю, почему мне так нравится эта река. Правда, я в основном здесь бываю летом, а вот такой поздней осенью впервые. И несмотря на то, что деревья по берегам уже давно скинули свой осенний наряд, все-таки и в это время года река прекрасна. На мой взгляд, конечно, я никого не убеждаю. Просто делюсь своими впечатлениями.
коряги. Моя ясенская удочка. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Где она? Вот она. Стой. Удочка, вот. О! Чуть не потерял свою нахлостую удочку, а? Надо же. Самое интересное, что и приманка цела. Запутался я тут с нахлостовым шнуром. Вокруг спиннинга обвязался. Летом на этих местах я бы уже поймал несколько приличных головлей. Ну а поздней осенью я никогда не был в таких условиях на реке, на этой реке. Но, по крайней мере, для меня стало очевидно, что в летних местах, то есть под берегом, под корягами, головля нет. Наверное, он уже скатился на ямы, на зимовальные. Ну а рыба чем питается на этих ямах? Или она ничем не ест? Ничего? Ладно, все равно вниз по течению сплавляюсь. Попробую все-таки еще покидать. Может, какой-нибудь голавль еще не успел, что называется, уйти на зимний дом. Все еще на даче, на летней. И тут-то я ему предложу очень вкусного жука. Так, надо только аккуратнее. Сзади у меня спиннинг. То так и удочку можно потерять. А у меня сейчас запасную с собой нету. Да и вообще это моя любимая удочка. Не хочу я ее терять. Как не живая. Хотя-то я знаю, что она живая. Просто уже очень поздно. Оп. Надо же, о чем я и говорил. Один мелкий голавлик остался на летней даче. И вот он, смотрите, попался.